А куда положить? Куда-нибудь, неважно. Гюльнихаль, иди сюда. Ты извини. У меня душа не на месте. Да, тебе тяжело, я знаю. Но не опускай руки. Скоро все изменится. Я знаю, что во дворце все радуются моему отъезду. Все, кроме тебя. Я благодарна за твою верность. Я тебе принесла столько зла. Прости меня. Перестань, не вспоминай. Султан Сулейман не хочет видеть меня. Избегает меня. Уехал. Даже не простился. Напиши ему. Напиши все, что ты чувствуешь. Мы отошлем. Повелитель души моей, властелин сердца моего, духа и плоти. Ты сослал меня не во дворец, а в ад. Что мне делать во дворце, где нет тебя? Даже та женщина, что подложила тебе в еду яд, рядом с тобой, а я здесь. Сгораю, словно мотылек в огне. Да еще и ни в чем не виновная, не бравшая тяжкий грех на душу. Разве за любовь так наказывают? Ты отправила письмо? Утром передала евнухам. Они пошлют во дворец. Впервые ночь была так спокойна. Я видела хорошие сны. Этой змеи Хюрем больше нет во дворце. В гареме теперь снова будут покой и порядок. Надеюсь, Гюльшах. Я говорила с Ибрагимом. Он сказал, время Хюрем закончилось. Теперь все хорошо. Сюмбюляга! В чем дело? Из старого дворца пришло письмо. И? Сказали передать вам письмо от Хюрем для повелителя. Давай сюда. Иди. Твои назначения я поддерживаю. Я ими доволен. Ферхата Пашу стоило бы казнить, но Бейхан не переживет потерю своего мужа. Повелитель, я знаю, вам тяжело, но... Да, Ибрагим. Все пройдет. Повелитель? Не сейчас, Сюмбюляга. Паша, это письмо доставили повелителю. Извините. Повелитель души моей, властелин сердца моего, духа и плоти. Ты сослал меня не во дворец, а в ад. Что мне делать во дворце, где нет тебя? Даже та женщина, что подложила тебе в еду яд рядом с тобой, а я здесь.
сгорая, словно мотылек в огне. Да к тому же ни в чем не виновная, не бравшая тяжкий грех на душу. Разве за любовь так наказывают? Я лишилась матери, потеряла отца. Сиротой привезли меня к вам во дворец. Моей семьей, моей любовью стали вы. Меня били, подсыпали яд, бросали в тюрьму, унижали. И все потому, что я люблю вас. Теперь меня заклеймили убийцей. Меня оторвали от моего ребенка. Разлучили с вами. Никто, кроме Аллаха, не защитит меня. Взываю к сердцу своего повелителя, его совести. С почтением целую ваши руки. Повелитель, у вас плохие новости? Хюрем Хатун пишет, что наказание несправедливо. Взывает к моему сердцу и совести. Ну что, пришел уже ответ? Ответа еще нет. Не надо спешить. Вдруг он разозлится на мое послание. Не надо было писать. Так что ты дала мне плохой совет. We'll be right back.